Меня зовут Алексей Ковальчук, мне 24 года, в покере я играю уже 7 лет. Давайте заново. Перед турниром, чтобы поддержать форму, я... Что веселее всего делать для съемок? Пить. Меня зовут Вадим Маркушевский, я играю в покер и приехал поиграть в покер в Киев и выиграть. Когда я играю за столом, даже со своей бабушкой, я готов ее, что называется, раздеть, как сказал Филави. На твой взгляд, насколько возбуждающим будет вот этот вот дополнительный зал? Мне на Гасканцем, конечно, приятно, он очень красивый, накачанный, но... Это видео. Рыбак рыбака видит издалека. Игра в том формате, в котором мы сегодня будем... Куй железо, пока горячо. Вау. Я играл частенько. Нет, не частенько, я никогда не играл. Текст. Я воскринял... Так что называется? Я сейчас на русской... Каспадка, что там бил? Хорошее название было, русская спадка, пробуй. Мог бы сказать о своем опыте подобного рода шоу, либо играть на камеру, тебе придется, ну, вот именно вот не в турнире, а именно как в отдельном мероприятии первый раз. Еще раз. Я не понял вопроса. One text. Белокур рассказывает. Играть в про батле покер фул тилт. Попал на это шоу, а потом мне несколько вопросов задам. А как я попал на это шоу? Может быть, меня будут узнавать на улицах. Девушки. Ой, белеша. И